And now we are uh, going from Petersburg uh, to uh, Chelyabinsk again, uh, um, and actually, it's very nice continuation of subject, which Xenia already introduced. It's a visit of uh, famous uh, architects and famous visitors to Soviet Union. And here we have an example of two VIP person coming to Moscow to discuss Siam Congress. Evgenia, please. Евгения, вы с нами? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада быть здесь сегодня и общаться, пусть даже виртуально. Мой доклад посвящен Московскому вояжу главы Международного конгресса современной архитектуры Корнелиса Ван Эстерена и генеральному секретарю. СИАМ Зикреда Гидеона» в декабре 1932 года этот вояж до сегодняшнего дня остается малоизученным эпизодом в подготовке четвертого конгресса СИАМ, который первоначально, как известно, планировалось провести в Москве. Формально цель приезда звучала предельно ясно. Цитата: Для обсуждения программы Конгресса и всех вопросов, связанных с его проведением. Но эта поездка имела, несомненно, и другую задачу непосредственно почувствовать московскую атмосферу и понять перспективы проведения Конгресса в СССР. Эта задача была особенно важна в контексте результатов конкурса на проект дворца Советов, тревожных вестей об антимодернистском повороте в советской архитектуре и в отсутствии видимой деятельности по подготовке Конгресса на протяжении всего 1932 года. С одной стороны, Подготовка к Конгрессу с советской стороны наконец-то активизировалась в ноябре 1932 года. Была образована комиссия содействия Конгрессу, состав комиссии вы видите на слайде, и определяющую роль впервые стала играть профессиональное архитектурное сообщество. В комиссии было задействовано все руководство нового Союза советских архитекторов: Виктор Веснин, Карол Лобян, Давид Аркин. Как и авторитетные мастера советского авангарда, прекрасно известные зарубежным коллегам Моисей Гинзбург, Лазарь Лисицкий, Николай Колли, а также рекомендованный со стороны Сиам Ханс Шмидт. С другой стороны, советская сторона имела собственные представления об этом мероприятии и рассчитывала не только на профессиональные результаты, но и пропагандистский эффект, на демонстрацию успехов СССР в области городского планирования архитектуры, а также на широкий международный резонанс. Несомненно, что обсуждение предстоящего форума стало для Корнелиуса Ван Эстерена и Зигфрида Гидеона дипломатической задачей – поиском компромисса между интересами СИАМ и советской стороны. Пребывание в Москве высоких гостей длилось с 4 по 14 декабря 1932 года и обладало насыщенной программой. Эту программу на русском языке вы видите на слайде. Организатором поездки выступало Всесоюзное общество культурных связей за границей ВОКС, имевшее большой опыт в практиках гостеприимства. Культурная программа была традиционной, балет Большого театра, премьерные спектакли известных московских театров, МХАТа, театра Вахтангова, Камерного театра. Были показаны также исторические объекты, прежде всего Кремль, и Красная площадь с мавзолеем, а также музеи, музей Нового Западного искусства, музей Революции и другие. Сопровождавшие гостей референты ВОКС тщательно фиксировали все впечатления и оценки гостей. Программа обслуживания в части профессиональных встреч и показа архитектурных объектов составлялась уже в Союзе советских архитекторов, конкретно Моисеем Гинзбургом и Николаем Коле. Именно они сопровождали... Гостей в этих поездках. Я предлагаю прогуляться вместе с экскурсантами. И мы видим, что прежде всего были показаны объекты советского архитектурного авангарда, прежде всего работы братьев Весняных, Моисея Гинзбурга, Константина Мельникова и других мастеров. Ну и, конечно, здание Центра Союза Лекарбюзье. Сами uh, Корнелис Ван Эстер и Зигертки Дион особенно выделяли постройки братьев Исниных и Моисея Гинзбурга. Особый интерес у них вызвали примеры домов коммун, в частности тех, которые вы видите на слайде. Как записали референты ВОКС, гости заявили, что их интересует в СССР не только новая архитектура, но главное, новые люди и новые формы жизни. Что касается встреч, то можно отметить три самых важных. Во-первых, состоялась встреча с Николаем Милютиным. Еще в июне 1931 года в Берлине комиссия по подготовке 4 конгресса СИАМ предложила привлечь к работе Милютина, чья оригинальная концепция вызвала большой интерес в СИАМ. Однако в 1931 году Милютин был уже в опале и занимал невысокий пост заместителя наркома просвещения а также председателя секции социалистического расселения в Коммунистической академии. Гинзбург и Колли абсолютно точно предугадали интерес гостей, и эта встреча была изначально запланирована в программе. Вероятно, разговор так и не имел никакого практического результата. Для Корнелиса Ван по-видимому, наибольшее значение имели две другие встречи, о которых он упоминает в своем письме уже после отъезда из Москвы. Прежде всего, это встреча с руководителем проекта перепланировки Москвы Владимиром Семеновым. Москва предполагалась как один из объектов применения аналитических методов. Недаром в программе Конгресса будут запланированы дни для осмотра Москвы, для последующего анализа градостроительной ситуации на Конгрессе. Кроме того, Проект планировки Москвы, несомненно, был интересен Корнелису Ван Эстерну в связи с его работой над проектом Амстердама. Осенью 1932 года уже был подготовлен эскизный проект планировки Москвы, схемы планировки всех районов, а также проекты застройки отдельных градостроительных узлов. По словам Корнелиса Ванестерана, Владимир Семенов изложил ему цели и задачи своей деятельности – Вероятно, он также показал и проекты, а также гостям были подарены фотографии проектов реконструкции Москвы. Я подобрала здесь фотографии э, проектов, городостроительных и макетов, которые были готовы уже в 1932 году. И, вероятно, именно те, которые могли видеть Эстерон и Гидеон. Корнелис Ван Эстерен, как видно из его письма, расстроился, что не получил эти фото, оставленные в Москве, и настоятельно просил их прислать. Это было для, для него тем более важно, что он планировал написать статью о процессах в советском городостроительстве для журнала «The Art and Obau» и проиллюстрировать ее фотографиями. Однако принципы реконструкции Москвы образца 1932 года уже вряд ли были пригодны в качестве примера на Конгрессе. В их основу была положена не идея функциональности, а идея столичности. Ключевой элемент методологии и планирования новой Москвы, а именно реконструкция уличной сети, возрождал буржуазный архаичный османизм. Главный интерес для СИАМ представляли новые города, и поэтому в программе было запланировано посещение двух крупнейших градостроительных трестов – Гипрогора и Стандаргорпроекта. Вероятно, посетить удалось Лишь один, который упоминает э, Корнелис Ван в своем письме. По всей видимости, все ограничилось лишь встречей с директором института, который, как пишет Ван Эстерен, цитата, рассказал о работах и о методах института. Неясны причины, почему не состоялось посещение стандарт горд-проекта, центра проектирования именно новых городов и места сосредоточения иностранных проектировщиков, в том числе видных членов СИАМ, таких как Эрнст Май, или Ханс Шмидт, Март Стам, Ханнес Майер и другие приятная дополнительная программа не заменяла работы. Были проведены три рабочих заседания. Уже 4 декабря состоялась первая встреча с советскими участниками подготовки Конгресса. Корнелис Ван Эстерен в докладе изложил краткую историю общей задачи СИАМ. Он также подчеркнул особый интерес западных архитекторов к СССР, поскольку только здесь могут быть полностью реализованы новые градостроительные подходы. Также Зигрид Гидеон и Давид Аркин обменялись приветственными речами о важности Конгресса и обмена творческим опытом. Следующие заседания были уже в полной мере рабочими. Корнелис Ван Эстерен сделал развернутое сообщение с названием «О принципах построения докладов на Конгрессе», Стенограмма этого доклада пока не найдена, однако резонно предположить, и это подтверждается последующей работой советских архитекторов над докладами к Конгрессу, что это было сообщение, близкое сделанному в Берлине в июне 1931 года. Разъяснялось понятие функционального города, пояснялись аналитические методы в работе над городской планировкой и методы работы над комплектом стандартизированных карт на примере Амстердама, а также пояснялась структура доклада. По докладу Зикреда Гидеона были согласованы сроки проведения Конгресса с 1 по 15 июня и регламент Конгресса. Результатом стало принятие подробных директив для подготовки и проведения 4 Конгресса в Москве, подписанных Корнелисом Ванестерном, Зикредом Гидеоном и руководителем Советской комиссии Яковом Вайншенкером. Помимо основных докладов, дискуссий и выставки были запланированы доклады видных членов СИАМ для широкой аудитории. Предполагалось, что докладами выступят Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Марсель Броер и в том числе в контексте нашего сегодняшнего э, семинара не могу не упомянуть, что предполагалось выступление голландского архитектора Бена Меркельбаха. Зигфридом Гидеоном и Корнелисом Ван Эстероном было отдельно подчеркнуто, что Конгресс носит рабочий характер, в связи с чем ограничивалось число гостей, а в дискуссиях могли принимать участие только делегаты Конгресса. Это была исключительно профессиональная деятельность, нацеленная на конкретные теоретические и практические результаты. И это был разительный контраст с советским представлением о таких мероприятиях, в значительной мере ориентированных на репрезентацию. Однако и советская сторона получала значительные преференции. Как видно из программы Конгресса, она показана на слайде, представитель СССР должен был выступать с докладом наряду с представителями других национальных делегаций, но кроме того, советские архитекторы получали возможность сделать еще три сообщения. Реконструкция старых городов, планировка новых городов, районная планировка. Вне плана работы Конгресса советский представитель выступал еще и с докладом Основные принципы советской архитектуры. Конгрессу также планировалась крупномасштабная выставка ⁇ Функциональный город ⁇ и кроме того, СССР получил право своей отдельной экспозиции на тему «Зачатки нового быта и новая архитектура». Именно приезд руководителей СИАМ и полученные от них четкие инструкции активизировали подготовку советских докладов. Эта подготовка, в том числе и составление стандартизированных карт, началась сразу после отъезда гостей и продолжалась на протяжении января-февраля 1933 года. Корнелис Ван Эстерен и Зигфрид Гидеон уехали из Москвы, договорившись по всем вопросам организации Конгресса, кроме некоторых финансовых аспектов, которые советские коллеги обязались решить в кратчайшие сроки. В первом январском номере «Де Ахтон Опао появилась короткая заметка о московском бояже и его успешных результатах. Подобную заметку опубликовал и советский журнал «Строительство Москвы». Однако почти сразу после отъезда из СССР когда чары русского гостеприимства рассеялись, появились и первые сомнения в достигнутых договоренностях. Они были подкреплены, вероятно, общением в Берлине с Вальтером Гропиусом, с которым обсуждались принятые директивы. Корнелис Ван Эстерен и Зигфрид Гидион уже 6 января 1933 года направили в Москву письмо не только с благодарностью за теплый прием, но и, цитата, с просьбой любезно сообщить, являются ли подписанные директивы официальным документом, или же следует подождать подтверждение правительственным органам СССР. Вопрос был сформулирован абсолютно точно. В тоталитарном СССР профессиональное сообщество не выступало самостоятельным актором. Вопрос о том, состоится ли Конгресс, в какие сроки, он решался исключительно на, вопрос, на вершинах власти. Отсутствие интереса к Конгрессу именно со стороны государства, невозможность превратить его в политизированное пропагандистское мероприятие, так же, как и тяжелый социально-экономический фон, предопределили отказ СССР от этого форума и свели на нет все результаты московского вояжа Корнели Саванестерна и Зигфрида Гедеона. Хотя, по моему представлению, этот вояж изначально был обречен на то, что он останется лишь эпизодом без завершения в качестве проведения Конгресса в 1933 году. Собственно, это все, что я хотела сказать. Спасибо большое за внимание.